Череда поздравлений с Днем Победы ветеранов нашего городского округа началась с концерта для Анастасии Федоровны Лебеденко. Поздравить ее приехали глава нашего городского округа Андрей Булгаков и депутат Государственной Думы Александр Толмачев. Подарки от губернатора Московской области, главы городского округа Щелково и партии «Единая Россия» Анастасия Федоровна Лебеденко принимала с большой благодарностью. В исполнении Щелковского духового оркестра во дворе дома для ветерана прозвучали фронтовые песни, которые берут за душу как старшее поколение, так и молодых, сколько бы лет ни прошло с победного мая 45-го года. На фронт Анастасия Федоровна ушла совсем юной, прошла всю войну, работала санитаркой. В марте 46-го года совершила крайний рейс со своей бригадой из Восточной Пруссии, откуда забирали наших советских солдат. В свои 95 лет ветеран продолжает быть активной и жизнелюбивой. Кроме того, старается идти в ногу со временем и умело пользуется скайпом. Так Андрей Булгаков и Александр Толмачев вместе с ветераном поздравили ее дочь с праздником Великой Победы.